Станет ли дешевле? Кировчане усомнились в необходимости понижать температуру горячей воды с 60 до 50 градусов. Напомню, с такой инициативой выступили специалисты Роспотребнадзора. Идею поддержали и в Минстрое России. Мотивируют авторы изменений свое предложение тем, что таким способом удастся добиться снижения тарифов на ЖКХ для граждан. Плюсы и минусы еще не вступившего в силу нововведения оценила Екатерина Зубарева. Чем холоднее вода, тем она дешевле. Такова логика сотрудников Роспотребнадзора. Именно поэтому они предложили изменить существующий СанПин и снизить температуру горячей воды в квартирах россиян, в том числе и кировчан, с 60 до 50 градусов. Таким образом, авторы нововведения хотят сэкономить на подогреве воды, но тогда может увеличиться расход. Чтобы набрать 100-литровую ванну теплой, комфортной воды при температуре 60 градусов, нам потребуется 60% холодной воды и 40% горячей воды. При температуре 50 градусов пропорции поменяются 50 на 50. Соответственно, расход горячей воды увеличится. Ну, расход воды же увеличится. Соответственно, кубометров будет больше, платить будем больше. Кому от этого лучше? У нас и так тепленькая бежит. Это что, вообще холодно-горячей воды не будет? Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Это вообще кошмар. А цена еще и повысится в результате. О том, что никакой существенной экономии новая инициатива не принесет, согласны и в кировской теплоснабжающей компании. Единственный плюс, который увидели коммунальщики, это то, что весной и осенью, когда температура на улице невысокая, удастся избежать так называемых перетопов. Однако и минус тоже существенный, и связан он, опять же, с большим расходом горячей воды. Опять же, увеличится расход, разбор воды. Это значит, что увеличатся затраты на химводоподготовку, то есть на подготовку этой воды, на работу насосов, электричества. Ну, то есть эффект, если и будет, то будет небольшой как для потребителей, так и для нас. Еще одно опасение, которое высказали специалисты. При температуре менее 60 градусов активно распространяются опасные бактерии, в том числе бактерии легионеллы, которая является возбудителем опасной болезни, что для человека может закончиться летальным исходом. При этом в кировском Роспотребнадзоре считают, что снижение температуры воды риск заражения не увеличит, но только в том случае, если сотрудники водоканала нигде не подкачают. Безусловно, это соблюдение режимов водоподготовки, всех этапов водоподготовки, чтобы исключить микробное загрязнение, дезинфекция воды перед подачей в разрядящую сеть, что у нас и делается, да, и потом еще и дезинфекция самой водопроводной сети, она тоже санитарными правилами по профилактике легионеллеза предусмотрена. А вот в Министерстве строительства и ЖКХ России предложили еще один вариант борьбы с опасными бактериями – горячий шок. То есть раз в сутки, к примеру, ночью подогревать воду до 70 градусов, а днем снова опускать до 50. Если новый закон будет принят, то горячая вода понизится на 10 градусов уже в марте 2017 года. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин и Антон Мамаев. Бюро новостей «Давеча».